شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Одна из труднейших вещей в социальных сетях – это быть искренним. Мы будто и дня прожить не можем, чтобы весь мир об этом не узнал. Поэтому советую в эти священные и благие дни, чтобы о каждом дне твоего Рамадана не знал никто, кроме тебя и Аллаха, сколько ты совершил молитв, сколько сделал зикра и сколько милостыни дал, чтобы никто этого не знал. Так что скрывай свои благие дела и оживи Рамадан, сказал Всевышний Аллах. Скажи, мне велено поклоняться Аллаху, очищая перед Ним веру.